Молчим. Молчим, будем хитрыми. Давай рассказываем про блинчики про наши. Тань. Отстань. Ну расскажи. Не хочу. Ну людям же интересно. Не интересно, не скажу. Кабачок. Я знаю, что тут это тайный рецепт. Вот такие блинчики у нас из кабачков. Только что вот две тарелки таких умололи. Красотища. Ты сыр туда добавляешь, нет? Добавляет сыр. Сыр добавляет она. А чеснок? И чеснок. Чеснок свой, кстати. И лук, я вижу, там есть. Да? Да. Вот одна беда у них, что они сразу с этой самой со сковороды сразу горячие получаются. Горячие и нюхают. Вот они сейчас горячие, вот горячие. Вот я хочу их ухватить для того, чтобы кофе свой допить с ними. Никак не получается. Ну и как ты расскажи, трёшь ты этот кабачок? Ну расскажи, люди ж интересуются. Не хочет. Ничего не рассказывает. Но вкуснотища неимоверная. Я вот смотрю на этот кабачок и думаю, вот как всё-таки в жизни всё интересно получается. Вот живёшь, смотришь на кабачки, которые лежат иногда... Осенью особенно на балконах у всех лежат эти кабачки такие, похожие на 12-дюймовые снаряды. Их гниют, потом их выкидывают в мусорку. А вот это вот, посмотрите только внимательно на это творение рук человеческих. Видишь, от одного вида только балдеешь. Так что, ребята, кабачки, это, можно сказать, это не только... Большое-большое количество всего вкусного. Это еще не очень и дорого получается. Рекомендую. Вот так вот. В Гродно отслужили молебен на автомобильном мосту, который обрушил дождь. Не Лукашенко планировал торжественное открытие. Не, ну правильно, лучше это ж как... Папы отслужили молебен, понимаешь? Это же лучше, чем инженеры нормально спланировали. Бля, страна контрастов.